Маккуин, похоже, с ума съехал. Зеленый флаг, и гонка продолжается. Круз, что ты делаешь? Поддай газу, надо быстрее. Так вы ее назовите Фрэнсис Бамперс и скажите, что за ней погнался озверевший автобус. Что? Нет. Подействует. Фрэнсис Бамперс, за тобой погнался злой автобус. Что? Ага, все ясно. Ух ты. Правда действует. Круз, ты как-то напряжена. Спокойнее, не надрывайся. Скажите, она пушистое облачко? Что? Да ну? Я знаю, что говорю. Круз, ты... пушистое облачко. О, ясно. Аутотейник. Я пушистое облачко. Я пушистое облачко. Внимательнее на вираже. Круз, следи за трассой. Стойте, стойте. Не-не. Скажите, что она на пляже и что крабики уже в норках спят. Все, этого говорить не стану. Лучше ты. Внимание, Круз. Представь пляж. Поняла? Ты на пляже. Мистер Маквин! Да, помни, что я говорил на пляже. Не видать? Держась ровнее. Ясно. Ну вот, это другое дело. А это совсем не симулятор. Ты уже все умеешь. Ну-ка, вспомни Томасвиль. Томасвиль? Да, лазейку найти нужно. А, вот это? Я понял. Так, ищу лазейку. Нам стало известно имя участницы, которая заменила Маккуина. Круз Рамирес. И это ее первые гонки. Вообще-то, Даррелл, я вижу, у нее на счету уже есть одна победа. На соревнованиях во враге грома. Авраам Грома! Возьми-ка чуть правее, чуть правее. Ладно. А сейчас дождись, пока тот спереди уйдет направо. Обгон, обгон. Хорошо. У них просто нет шансов. Осторожно, ошметки шин спереди левей. Влево не уходи. Все ясно. Перед тобой неровность. Гляди, чтобы не сработало, как трамплин. Не вижу. Перед тобой. Внимательнее у бортика, там масляное пятно. Осторожней, осторожней. Вы задели бортик. Вы задели бортик. А-ха-ха, а я специально.